замечательная рабочая погода, очень настраивает на позитив. На самом деле, я первый раз выступаю в морской акватории, я второй раз принимаю участие в гонках, первый раз был Псков. Отличается, ветер другой, море все-таки. И там было хорошо, там была замечательная погода, практически курорт, несмотря на то, что гораздо севернее. Но здесь все-таки Сочи, олимпийский город. Заметил новшество в правилах, потому что многое изменилось по сравнению с прошлым годом. У нас даже оштрафовали из-за того, что я немножко себя вел не по правилам. У нас отдельный конкурс на участие в регатах, и очень много людей хочет. Поэтому это скорее даже как приз для сотрудников Объединенной судостроительной корпорации. Хотелось бы, чтобы проект развивался. Не знаю, как в плане больше гонок, но больше участников, больше внимания проекту, чтобы как можно больше людей приобщались к такому замечательному виду спорта.